Настя, он пузыри пускает. Такие красивые, это хорошие попались в этот раз. Обычно попадаются, блин, ничего не... Вон сколько много. Здорово. Я уже тут Ваньку пофоткала, Настю пофоткала. Какие прикольные фотографии получились. Коты опять сидят тут у нас все в ожидании чуда. Сейчас понесу им опять жрать. Блин, как достали только. Вон сколько много пузырей. Здорово вообще. У нас пенное шоу. Да, Настя? Нет, не пенное, конечно. Шоу пузырей. Хватит. Вот и все недовольные чем-то. Друг с другом дерутся без конца. Вчера вот два серых приблудных. Просто не на жизнь, а на смерть дрались. Кувыркались. О, какой большой. Я там все. Все грядки чищу. Две гряды. Это как его из-под гороха все убрала. Одну гряду вскопала. Посеяла горчицу. Что-то еще делала. А, земляники выпала грядку. Там борозду. Мама, я сейчас съела пузыри. Вон у Ваньки. Вчера был Сеня. Вань, покажись. А сегодня вон как на глазу. Вот. Прям тут вот красные вот, уголочки. Еще сколько у нас сейчас время-то? Вечер. 7 часов примерно. Еще Сережу ждем. Сережа должен еще нам икры этой красной привезти. Хорошая икра. Я ему позвонила, я говорю, на работе ты? Он говорит, да. Я говорю, отложи. Он говорит, да я, говорит, все равно домой поеду, да завезу. Все, лишь 80 рублей. Что такое-то? Мне кажется, нормально покупать. Это 400 ж рублей. Она почти ничем не отличается. Вкусно. Тут вот тоже клумбы все вот выпало, и ту, и большую. Вот яблоню вчера спилила. А она все равно мне толку никакой. Она какая-то засохла, наклонилась на бок. А там дырка такая была, ее мыши, наверное, все съели корни. В общем, какая-то ерунда. Теперь там хоть место есть. Вот тут вот все вот у меня выпало-то. Тут, вот это тоже все пропало. И вот это вот самое главное. Вот яблоню спилила, вот теперь место тут везде. Все, всю траву убрала. Вот эту обрезала. Вот всем такая. Даже эту теперь стало видно. Хотя бы вот эту вот, забыл, как она называется. Ну, были мыши под ней роют, и она никак разрастись не может. Тут вот моя вот эта вот, как ее... Ладно, опять я забыла, короче говоря. Все тут, короче, вот убрала траву. А, еще вот тут тоже. Вот эту обрезала щавель. Петрушка у меня такая вот осталась. Лук. Вот этот батон. Еще тут петрушка. И вот такой вот лук-шнит. Тоже там это клубника. Все, надо. Там у меня куча. Куча-куча, везде надо все теперь убирать. Пришла землянички чуть покушать. Пришла полоть. Ну, не землянику, а клубнику я пришла. Вот хочу посмотреть, есть тут что. То мы тут вчера ели-ели. Много съели. Поэтому тут мало совсем что осталось. Но боюсь, что и это испортится, потому что у нас идет похолодание. Смотри. Вот такие ягоды. Вот там тоже. Они такие крупные. И вкусные, вкусные. Пока вот не было дождя, вот и цветов много на землянике, на этой вот везде. А сейчас дождь будет и холодно. И она вся вот испортится. Цветы отвалятся от холода. Ну, конечно, если будет 15, то они не отвалятся. Но краснеть она будет очень и очень долго. Кто это тут пришел ко мне? Кто это пришел? Котофей пришел. Такая прям ароматная эта земляника.
Очень вкусная. Мне кажется, я бы целое, не знаю, поле бы съела. Смотрите, какая она крупная. Такая сладкая прям вообще. Тут часто, знаете, у меня сидят лягушки у этой земляники. И ее едят. Потому что она мягкая-мягкая. Вот ее даже жевать не надо. Смотрите, на эту клушу. На эту клюшу такую. Китусик. О, сразу начинается. Кот же, как больно. Вот погладь его. Чудак этот. Я сегодня им, я не знаю, раз 200 давала. Костей. Покупала вчера. Такие куриные, там кость такая и мясо на ней. Потом через полчаса они опять начали за мной бегать, орать. Я вынесла, мы вчера рыбу жарили, минтай. Вынесла им все, там кости, кожу, все, в общем, такая тарелка получилась там не особо маленькая. Съели и опять. И я не знаю, чем их еще кормить. Слона, наверное, надо принести им. Может, тогда они наедятся. И сегодня какой-то еще кот новый приходил. Я не знаю, чей-то или не чей. Черный такой, гладкий. Не знаю. Вот он второй раз уже приходит, но пока он не оставался. Не знаю. И близко тоже не подходит. Может, дикий, я вообще не знаю. Надеюсь, он не подкинутый. Потому что пятого не знаю, куда мне девать. Итак, четверо очень много. Плюс еще собака, которая жрет тоже, как слониха. Ванька, которому постоянно нужны вкусняшки. О, боже мой. Сегодня такая погода хорошая. А он там, вот смотрите, там идет какая-то синева. И у нас передавали сегодня вот грозу с дождем. И испортится погода. Завтра уже должно быть только 17. А у Насти показывают на телефоне вообще только там, по-моему, 15. Не знаю. А так не хочется вообще. Не хочется холода. Какая-то вкуснятина. Жаль, что у нас лето не круглогодичное. Ягоды бы ели всегда. Они замороженные. Какая вкуснятина. Вот у меня в бархатцах сидели эти, как их, гладиолусы. И вот только один выжил. Ни одного не осталось. Ну, точнее, один только остался, а сажала штук 7. Тут он, конечно, такой красивый. Ну, блин, почему один, непонятно. Да, эти астры осенние тоже будут скоро цвести. Вот такие вот. Такие вот желтые расцвели. Не знаю, зачем я их тут сажала. Там жалко теперь выдернуть. Пусть уже. И вот слив много. Но они все червивые просто. Любую возьми, она вся червивая. Все абсолютно. Смотрите, какие они крупные. Крупные, но все червивые. Вот это еще, не знаю, мягкое. Сейчас я посмотрю. А это еще такие твердые. Я не знаю, вот оно. Сколько я отрывала, и ни одну не могла съесть, потому что они все с червяками. Да, вот смотрите. И там вот под косточку червяк. И червяки, что еще такие громадные, я не знаю. Такие розовые, большие. Вот слив много. Вот. Если вот приглядеться везде, вот как бы там сливы. Но одни черви. Вот везде-везде слив. И одни черви. Не знаю, как это сделать, чтобы не было червяков. Я, наверное, никак не успеваю побрызгать. Я как брызгаю, мне жалко этих пчел. Поэтому у меня вечно никогда нет слив. Я вот до обеда здесь вот уже прополола все. Все усы и все брала. Это купчиха. Это уже надо готовить на следующий год. Когда все выпалю, не только вот эту грядку, а все остальные, буду посыпать, не знаю, каким-нибудь удобрением. У меня там есть суперфосфат и еще что-то, не знаю, пролью как следует. Но если
конечно, дождь сегодня не прольет, потому что там вообще синева. Идет у нас как раз вот юг там сзади. Юго-запад. В общем, вот оттуда, как у нас старики называют, гнилой угол. Вот там вот. Потому что оттуда обычно или гроза, или дождь. Пройти я никак не могла хрен завести. Ну, никак. Вот такая, казалось бы, такая, где проблема в этом хрене. А вот никак, и все тут. Еще вот тут еще надо все полоть. Вот все заросло. Мало того, что заросло, так тут просто миллиард усов в этой купчихе. Она просто, не знаю, столько там этих усов. Ну, тьма просто. Вот она вся в усах, вся. И их надо все убирать. Вы чего? А? Настя? А что вы такие надутые стоите? А, Настя? Плакал, что ли? Вон с кошкой. Я ушла, когда Ванька еще спал. Вот, видать, он, наверное, сразу проснулся и поныл там без меня. Настя, как обычно, сразу не в настроении. У нас сегодня последний день тепла. Так жаль вообще. Все лето было тепло, так жарко даже, градусов 40, иногда, мне кажется, и больше. И мы так к этому уже привыкли. Так не хочется холода. Завтра у нас 20 с небольшим, но дождь. А послезавтра уже только 15, а послезавтра уже 10. И ночью только плюс 2. Я прям в шоке, в какой-то мини-депрессии. Так не хочется прям вообще. Я обожаю лето, очень люблю, когда нет грязи, когда нет дождя, когда можно спокойно в шлепках ходить по дороге. А я лучше полила 50 раз огород, чем вот дождь. Так не хочется, прям ужасно. Вот у нас сейчас уже почти 8, а вообще вот так вот более-менее светло на улице, там солнце садится. Ну, его уже, конечно, не видно, но видно, что так светло там. Машина поехала какая-то. Еще там КамАЗ что-то повез. Известняк, наверное, у нас там где-то карьер. И вот все оттуда все возит, возит. Куда-то. Хоть бы нам, говорю, наш аппендикс хотя бы, говорю, машины три привезли. Нет, нельзя, нельзя. Там живет, то да. Кто там живет, то да. Угу. Если, конечно, не грибов хочется, но я бы и без грибов бы обошла. Если бы мне сказали, что еще будет лето. Всегда. Караул. Хорошо на улице. Так тепло у нас вообще. Представляете, ни один листик вот не шевелится. Прям ничего не шевелится. Ни ветра вообще нет. Все дела делают, гуляют. А потом все будем сидеть дома, как будет дождь и холодина. Там так светло. Там вот, где закат. Там солнце нам только недавно или село. Но у нас там такие облака, поэтому не видно. Ваня, стой. Ваня. Вот такие елки у нас тут. Просто громадные, смотрите. И там вот шишек много. Уже новых и старых. Вот все елки, елки. Все пошли. Вот я не знаю, увидите вы или нет, вот здесь вот, вот смотрите, вот, вот эта вот радуга. Вот она прям видно, кусочек. Главное, ни дождя, ничего не было. И виден только один вот этот кусочек, и больше ничего не видно.
Один только. Ну ладно, и то приятно.